мишура настолько красива, что не увековечить ее в смоле мы просто не могли. Для заливки мы использовали смолу для объемных заливок Art Massif от компании Kavanna. За один слой можно заливать до 7 см, пузыри выходят самостоятельно, и смола имеет сертификат на допуск контакта с холодными водой и пищей. Купить ее, а также другие продукты от компании Kavanna можно на их сайте. Ссылку мы оставляем в описании к этому видео. Безусловно, нам было жалко закрашивать дерево, но мы решили, что к мишуре подойдет именно краска хамелеон. Кстати, если соберетесь работать с краской хамелеон, мы рекомендуем наносить ее на темную поверхность. Ну а сейчас нам интересно услышать ваше мнение, пишите его в комментариях. Музыку для наших видео мы создаем сами, ссылка на наш второй музыкальный канал в описании к этому видео. Подписывайтесь на наш канал, на наш инстаграм, и как всегда, огромное спасибо, что вы у нас есть.